Добрый день, мои дорогие друзья. Друзья, я сегодня начинаю в своей комнате наводить порядок. Вот купила вот такие багеты я, которые хочу отделить свою зеленую там блестящую наклейку от общей стены, где у меня будут фотографии, вот картины и так далее. Вот, друзья, купила белую, а у меня зеленая, чтобы как-то сделать, ну, более или менее одинаковым, вернее, чуть под цвет. Я что решила сделать? Я вот купила две краски спрея, это золотистая и зеленая. Вот обратите внимание, видите? Вот сейчас я нанесу сначала зеленый, я уже одну покрасила, попробовала, мне очень понравилось. Теперь сделаю на трех еще. Нанесу сначала зеленой краской, а потом золотистой. И получится очень хорошая вещь. Я вам покажу, вот как это делается. Так, друзья, теперь сразу же покрасим золотистой. Тоже так, то же самое распыляем. Очень красиво получится золотисто-зеленого цвета. Ну, где-то что-то там не так страшно, ничего нет. Главное, чтобы оно, ну, как бы было все равно. Друзья, вот посмотрите, что у меня получилось. Как видите, на зеленом золотое. Сейчас немножко полежит она здесь, то воняет, страшно она. Вот видите, какая красота получилась. Ну вот, 4 штуки, одна в комнате уже, пусть полежит. Холодно у нас, 7 градусов мороза. Друзья, я вам уже показывала, как я кухню свою исправляла, ну вернее, убирала. Вот. Сегодня я хочу показать, что можно сделать вот в моей комнатке, совсем маленькой, как видите. Да? Как ее можно украсить? Хотя, казалось бы, ну что можно сделать в этой комнате? Друзья, ну, я вам хочу сказать, можно сделать, причем хорошо можно сделать, и убрать, и все поставить как положено. Короче говоря, что? Ну, конечно, у меня сейчас очень много подарков, все это спрятано, чтобы никто не видел, чтобы никто не знал. Вот, поэтому, конечно, места много занято. Но я хочу сказать, все равно, даже в таком хаосе, скажем так, можно сделать порядок. Ну, вот посмотрите, еще вот у меня с прошлого Нового года она была вся полностью, конечно, обклеена. Оборвалась, вот осталась, да. Вот, я что хочу сказать, я уже показала вам, что я покрасила багеты, я купила, вернее, скажем так, не багеты, а плинтуса. Это потолочные плинтуса. Вот этими потолочными плинтусами, друзья, я хочу оклеить вот зеленую мою поверхность, около зеленой поверхности. Вот видите, она у меня зеленая с таким коричневато-желтым оттенком, скажем так. Ну, вот я уже вам показала, как я покрасила. Что же я хочу сделать? Я хочу оклеить это. Значит, тут вот у меня было несколько слоев наклеено. Вот это вот я хочу здесь убрать, отрезать. Вот, и поклеить здесь обои. Вот видите, клеил у меня старший сын. У него было, он тут у меня жил, у него была поломана нога. Но вот он немножко... Я его попросила, чтобы он привел в порядок эту комнатку, потому что, сами понимаете, у меня тут цветы. Вот, и сырости очень много, и на окнах сырости очень много. Но факт в том, что я же тут нахожусь, и он находился здесь. Поэтому комнатку надо было как-то немножко приличить, как говорится. Теперь я хочу еще лучше сделать. Я сейчас вот это обрежу, вот этим вот, которые съеженные, и вот этими плинтусами обклею вот эту зеленую поверхность, скажем так. Здесь у меня будут фотографии висеть. Значит, иконки, вот у меня одна, вон вторая, я повешу на вот ту сторону. Так, ну и уберу все лишнее. Книжки там, ну все лишнее я уберу. И все поставлю то, что мне нужно, необходимо. А все, что мне не нужно, я все уберу. Вот еще эти гирлянды надо повесить на улице. Вот, друзья, посмотрите, как сейчас у меня. И как станет у меня потом. Я хочу, чтобы вы оценили мою работу, конечно, всю. Что получится у меня из-за этого.
Двери обязательно я обклею, обмою. Вот видите, все руками берутся, все. Двери я переделаю, обклею. У меня есть самоклейка. Ну, вот смотрите, как у меня сейчас все здесь стоит, все как делано, сделано. Вот, обратите внимание, все валяется, и лекарства, и ну все, и краски, и все, потому что я же занималась поделками. Короче говоря, так, но подходит праздник, и мне хочется, чтобы у меня в комнате тоже было празднично. Итак, друзья, вы увидели, как у меня сейчас. Я не буду показывать, что я буду делать. Я всегда так делаю, вы же знаете. Я только покажу, что у меня станет. Так что, друзья, вот, обратите внимание. Да, хотела передать привет я каналу «Белоречанка». Вот леечку, которую она мне прислала, я вот так облагородила, как видите, обклеила стразиками ее. Очень она мне понравилась. Теперь она у меня служит верную службу. Я поливаю ей цветы. Спасибо большое. И она прослужит еще долго. И вот, друзья, вот фотографии ничего я трогать не буду. Наоборот, я еще прибавлю фотографию. Я вот в рамку мне с детей сфотографирую. Пока еще нет фотографий. Я жду праздника, когда они будут в нарядных костюмчиках, платьичках. И к Новому году я сделаю фотографии и повешу здесь эту фоторамку. Ну вот, друзья, вот так у меня сейчас. Ну и посмотрите, как будет потом. Если вам интересно, оставайтесь со мной на канале. Приятного вам просмотра. Друзья, прошло 2 дня, как я начала, ну, скажем так, уборку и немножко переделку в своей комнате. Посмотрите, что я сделала, друзья. Вот я вам говорила, что даже в такой маленькой комнате можно создать уют. Вот посмотрите. Вот я повесила иконки, где оформила стенку вот таким вот. Как видите, повесила фотографии. Фотографии внуков, которые у меня были, конечно, фотографии. Мою фотографию. Это я на работе. Мне делали фотографию, когда на доске почета я висела. Вот. Вот так вот, друзья. Вот таким образом я все переделала. Внизу я обклеила самоклеечкой. Вот такой вот, друзья. Вот таким образом. Как видите, сделала рамку. Вот такую. Так, повесила картину. Везде убрала все лишнее. Оставила только то, что мне необходимо. Теперь переделала, как видите, обклеила я двери самоклейкой тоже. Вот так. Получилась у меня теперь дверь. Ну, и вот таким образом смотрится моя комната. Ну, шкафчик, конечно, я не переделывала, потому что, ну, старенький он совсем, да и ни к чему его переделывать. Вот, может быть, когда-то у меня будет настроение, я его, конечно же, переделаю. Это казачка, так называемая. Вот так, друзья, здесь и мои поделки, как видите, стоят. И салфеточки, что я вязала своими собственными руками. Друзья, салфеточки везде у меня связаны моими руками. Так, ну вот таким образом теперь смотрится моя комната. Обратите внимание. Как видите, даже в такой маленькой комнатке можно создать уют. И мне достаточно, вот даже, как видите, приобрела такое покрытие напольное, небольшое, потому что дорожка, ну, мне уже надоела она. Так, вот таким образом, друзья, получилось у меня.
Да, забыла же сказать, что я ж еще повешу здесь рамку одну с фотографиями. Дело в том, что фотографий у меня пока еще нет. А вот как будут фотографии, я ее повешу. Я оставила место здесь, как видите. Вот на это место, друзья. Вот таким образом у меня будет висеть вот эта рамка здесь. Но пока фотографий нет, поэтому вешать ее пока нет смысла. А вот как только я сделаю фотографию, я обязательно ее повешу. И тогда вот эта стеночка будет полностью заполнена моими фотографиями моих внуков, детей, моей мамы. Ну, моими, как говорится, фотографиями. Так что вот, даже вот повесила, как видите, вот эту картину. Мой внук, друзья, вот это виноград у меня, Лора такой. Так, ну вот. Хочу сказать, что завтра я начну ремонт маленького коридорчика, межкомнатного, скажем так, того, который я купила. Будут у нас на стеночку. Я вам завтра все покажу и расскажу. А на этом, мои дорогие, я свое видео заканчиваю. Спасибо, что вы смотрите мои канал. Заходите, если вам интересно, и вы увидите еще одну переделку в комнате. На этом, друзья, до свидания. Всего вам доброго.